bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do? В машине за 80 тысяч долларов должен быть подстаканник. Она стоит 105 тысяч. Это самая быстрая машина на Земле. Нет подстаканников, без задних сидений, член, сверкающий с двумя креслами. А мы, как два яйца, несемся к черту на рога. Ты ведь каждую ночь спишь с прекрасной женщиной. Она моя жена, и поэтому мы всегда спим вместе, но при этом никакого секса. Мне достался большой вонючий засранец. Черт, сколько ты весишь! Полтонны, будь я проклят. По-видимому, только пончиками питаешься. Наверное, вы очень хорошие... Простите? Хорошие партнеры. Напарники, я имела в виду. О, как больно. Пожалуйста, маме. Смотри, что мне приходится делать. Карабкаться, как шимпанзе. Черт возьми, крадусь в собственный дом. Ты пукнул? Нет, вряд ли. Я пришла убить своего мужа, Маркуса Бернета. А он у вас какой? Высокий или низенький? Невысокий. Сука, не с места! О, черт! И тебя убью! Убьешь меня, дурак! Лучше трахни, я потерплю. Знаешь, я и раньше таких убивал. Позову твоего мужа. Маркус, иди сюда. Совершенно случайно оказались на месте происшествия. На перекрестке 34-й и Ривер... Мам! Фу-са. Фу-са! Власть белых! Власть белых! Это нигеры! Всех мы отпустить не сможем, но не волнуйтесь, суд разберется. Ты ведь готов умереть, верно, Маркус? Да мне это и нахрен не надо. Станешь стрелять, нигер. Думаешь, раз ты приставил пушку к башке моего напарника, я не разнесу тебя в клочья? Я думаю, нет. Во мрак. Кто-то влепил тебе пулю в зад. А то я не в курсе. Это ничего, чувак. Попали в мясо. От дырки довольно далеко. Йо, Майк, давай-ка поцелуй его, ну, чтобы ему полегчало. Знаешь, Сид, то, что ты проделала, это лихачество. Это глупо и это опасно. Маркус. Ясно? Я все скажу маме, ясно? Тебя мама в детстве грудью мало кормила. Любой человек достоин уважения. А я не достоин уважения? Наркот останется без коленной чашечки, а я сыграю в ящик. Как грустно. Больше никогда не смей говорить про грудь моей мамы. Майк такой славный. О, такое, что задушиться хочется. Башку не свернула! Просто расслабься! Черт, что за... Что ты делаешь, парень? Я виноват! В них стреляй! Можно бы и без этого! Как залип! Они уже были мертвы, когда мы их задавили. У меня зад до сих пор болит. После того, что ты надо мной учинил. О боже. Как ты? Со мной очень плохо, Майк. 3 дня сплошной дерготни. Чтобы я больше не слышал от тебя слова «мягкий». Он бездушный ублюдок. О том, что я сделал с твоим задом, но... Отсутствие у тебя эрекции... Это перебор для меня. Креста на вас, долбогребах, нет. И чем эта информация может помочь мне в работе? Они ведь трахаются так же, как мы. В
центре токсикозов сказали, ему нужна прохлада, а иначе он может от жара в уме повредиться. Но этого никто не заметит. Апорт! Ты как питбуль с розовым членом наперевес. Ох, вот как. Нам нужен ордер. Смотри, не облажайся. Соберись, давай. Майк, у меня эрекция. Вези меня домой. Звони моей жене. Скажи, я скоро приеду. Вы собираетесь нарожать детей? Кучу мини-майков. А? Мелких, лживых и злобных прохвостов. Попался! Он ни хрена не скажет, Майк. Это мой дом! Это все ты виноват! Да, только это моя страна! А? О, он ничего не знает. У него мозги в луже под столом. Маркус, зачем? Похоже, пакет. Черт, это его почка. Это самая тяжелая, самая жуткая неделя за все время моей службы.